селе Кушум в Западно-Казахстанской области открылся модульный убойный пункт. Специальное оборудование сельхозкооператив смог приобрести благодаря льготному кредиту. 19 миллионов тенге заемных средств сельчанам предоставил фонд финансирования поддержки сельского хозяйства. Услугами пункта смогут пользоваться все жители Зеленовского района. Всего в регионе при участии фонда создано 26 кооперативов. В них объединились 1200 мелких хозяйств и в основном мясного направления. Свой сельскохозяйственный производственный кооператив 22 жителя села Кушум создали в апреле этого года. Уже летом они получили кредит в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. Купили модульный убойный пункт. В сутки оборудование может забить до 10 голов скота. Половину инвестиционных затрат кооператив уже вернул за счет государственных субсидий. Также по программе «Береке» на 36 миллионов тенге закупили 171 голову скота мясного направления. Условия очень выгодные, всего 6%, причем кредит отдавать надо не сразу. В настоящее время, в ближайшее время планируем на убой сдать уже первую партию, 10 бычков. И в связи с открытием нового убойного пункта, никуда ехать не надо, резать самим не надо. То есть привозим сюда, все сдаем через весы, все очень удобно для нас. Выгодно для кооператива и близость к областному центру. Он расположен в 50 километрах от города. Поэтому планируется поставлять мясо напрямую на колбасную фабрику, а также в торговые сети. Более того, есть конкретные планы по экспорту мяса. Даже вообще не думали, что будем работать на экспорт. Вот сейчас в данный момент хотим работать на экспорт. В данный момент есть у нас клиенты с России, с кем мы можем работать. Поставлять 20 тонн говядины, 20 тонн баранины. У кооператива есть общая техника. Помимо выделенного участка под модульный пункт, акимат обещает предоставить земли для пастбищ и сенокоса. Близость региона границы позволит созданному кооперативу работать как на внутреннем рынке, так и на экспорт. На сегодня у нас представители Российской Федерации, коммерческие структуры приехали посмотреть открытие убойного пункта. Они осмотрели скот, осмотрели корма, забой. Планируют заключить договор на поставку говядины и баранины в город Москву. Фонд на поддержку кооперации в регионе направил 2,5 миллиарда тенге. Общая сумма финансирования проекта в регионе за этот год превысила 3,6 миллиардов тенге. Асель Русалиева, Булат Жарылгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24.